Энергетики готовы простить ямальцам пени на сумму в 12 миллионов рублей. Компания «Газпром Энергосбыт Тюмень» объявила традиционную акцию «Дай списать». Получить поблажку смогут клиенты, которые рассчитаются по предыдущим и текущим долгам за электричество до 31 декабря. Тем, кто завершит год без долгов, автоматически простят пени, что отразится в первой квитанции будущего года. Видеокамеры на дорогах будут устанавливать по единым правилам. Вполне возможно, что размещать их можно будет только в потенциально аварийных местах и с предупреждающими знаками. Данный законопроект в ближайшее время будет внесен в Госдуму. Об этом рассказал зампред Думского комитета по транспорту и строительству Владимир Афонский. Ночные кошмары – лекарства против стресса. К такому выводу пришли ученые Женевского университета. С помощью электроэнцефалографа они анализировали мозговую активность спящих людей. Мозг испытуемых, которые ночью переживали страх, днем снижал активность. Оказалось, что в жизни эти люди со стрессом справляются лучше.